У нас є гість, так, ми, так, давайте представимо нашого гостя. Ми хочемо, власне, спілкуватися з Тетяною Гололобовою. Вона переселилася з Маріуполя, зараз знаходиться в Черкаській області, і вона поділиться з нами актуальною ситуацією на день сьогоднішній. Отже, Тетяно, доброго вечора. Ви нас чуєте, бачите? Да, добрий вечір, я вас слышу і віжу, отлично. Дуже приємно, що ви до нас приєдналися. Ми знаємо, що ви з міста Маріуполь. Будь ласка, чи можете розказати ваше... Ви були там саме під час уже війни, чи змогли вчасно виїхати? Нет, мы выехали не сразу, а находились уже, когда боевые действия были активны в Мариуполе, и смогли выехать только 16 марта. Будь ласка, расскажите нам про ваше перебывание в Мариуполе, как там, что відбувалося, что вы бачили, потому что нас дивляться и из России, не все могут нам верить, але мы хотим показать свідки, все с Мариуполя, вот они могут рассказать, как все было на самом деле. Ну, все началось 24 февраля, рано утром. Были слышны звуки взрывов, но они были достаточно далеко от того места, где мы жили. Это были окраины, и сначала особого значения мы не придали этому, потому что к таким звукам мы привыкли уже с 2014 года. Вот. И, ну, как бы... Для нас это, в принципе, была естественная такая обстановка, можно сказать, все это время. Тобто вибачайте, тобто якщо кияни почули вибух і ми побачили ракети, і всі просто злякалися, і велика черга, пробка, люди виїжджали, то маріупольці до цього поставилися не так, да, як кияни, спокійніше. Не було такої паніки, не було такого масового виїзду. Да, ви звикли до такої ситуації, що біля вас ДНР, і це якось чином, ну, ви зрозуміли, що десь там ідуть ці всі обстріли, тому в більшості маріупольці були спокійні. Да, в первые дни войны в основном так все воспринимали это, что, ну, побомбят, немножко побахают, и все это успокоится, и все будет нормально, и отлично. 25 числа мы вообще пошли все на работу, вот, и работали полный рабочий день, и под звуки всех этих взрывов. Но с течением времени, вот к концу февраля, начало марта, боевые действия становились более интенсивными, бомбежки тоже более интенсивными, и уже начались авиаудары, мы уже слышали, как летают самолеты, вот, и, естественно, уже в понедельник никто на работу не пошел, вот, и где-то со 2 числа, да, это был четверг, пропала вода, вот, пропала связь, начала пропадать в городе, и 3 марта мы первый раз переночевали в подвале. Такие были интенсивные бомбежки, что мы уже с ребенком ночевали в подвале. Было очень страшно, потому что это была пятница. В пятницу утром мы проснулись в 6 часов утра от того, что просто содрогнулся полностью весь дом, все стекла, и мы просто вскочили с постели и спрятались в коридоре от того, что очень сильно бомбили, и очень близко это уже было. Это уже было практически в центре города. Вот. И мы решили, что мы будем спускаться в подвал. Мы уже туда ходили, смотрели. Естественно, подвал был обычный. Это не бомбоубежище, без каких-то приспособлений, ни стульев, ни кровати, ничего там не было. Вот. Что нас спасло? У нас был надувной матрас, с которым мы ездили в карпатский лагерь следопытский, специально для этого его купили, и раскладушка, да, вот мы на них спали, на этом матрасе и на раскладушке, вот, где-то через несколько дней к нам присоединилась еще одна семья тоже наших адвентистов, верующих людей, наши знакомые, они жили недалеко, возле их квартиры, возле их дома, разорвался снаряд и полностью вынесло им стекла, посекло осколками все, что там было в квартире, все имущество, все предметы и одежду. И, ну, в общем, они спустились к нам в подвал тоже, и вот мы как бы вместе с ними практически все время находились.
А от ви кажете, що ви 3-го числа вже спустилися в підвал. Ви намагалися виїхати, чи вже було неможливо виїхати? Тому що от 25-го почалося, 3-го вже ви побачили, що це вже все серйозно. І у вас була перша думка спускатися в підвал, але поки що ви не планували виїжджати. Чи була можливість виїхати, чи вже не було можливості? Дело в том, что у нас еще теплилась надежда, что все-таки все закончится. Вот. Но потом были такие случаи, когда люди, которые эвакуировались, они возвращались назад. Ага. Их не выпускали. Было заблоковано, так? Было заблокировано, да. Город, как потом мы уже узнали, город уже был в кольце. И те, кто выезжал на собственном транспорте, их возвращали. Или были страшные очереди на выезд, а бензина к тому моменту уже не было в городе, его не продавали, и приходилось выбирать, либо потратить бензин, чтобы отстоять очередь и все равно не выехать из города, либо попытаться выехать в другой какой-то день, вот, но уже действительно выехать, чтобы не потерять тот бензин, который был, который оставался. Ну і ви розповідаєте, що насправді ситуація дуже погіршилася і дуже скоро вона ставала критичною і критичною. Да, і коли ви зрозуміли, що все далі не можна, да, і чекали можливості вже виїхати, так? Да, ми, звісно, ніяких зелених коридорів не було. З кожним днем ситуація все усугублялась, і авіаудари становились все чаще, і вони були все ближче. Газа вже не було, ми готували на костре. Работал один единственный магазин, который был недалеко от нас. Это был, ну, я даже не знаю, это было только одно сплошное Божье благословение, что вот все, что работало, оно находилось недалеко от нас, и у нас была хоть какая-то возможность приобрести продукты в магазине. Но потом, когда авиаудары стали чаще, они были и возле этого магазина обстрелы, и после этого магазин прекратил работать, потому что людям приходилось стоять в очереди на улице во время бомбежек, и в один из таких дней, когда там стояла очередь, туда прилетел снаряд, и очень много было убитых и раненых возле этого магазина, и магазин уже перестал работать. Помимо этого, в самом магазине было еще, был цокольный этаж, в котором находились люди с левого берега, это тот район города, который ближе находится к ДНР, который был обстрелян самый первый, и эти люди, они приехали с левого берега и жили в этом магазине, в этом цокольном этаже, в том числе и сотрудники этого магазина тоже там находились. Но после вот этого вот обстрела магазин перестал работать. Вот. Мы уже, знаете, выучили, когда летит самолет к нам, когда он от нас, сколько снарядов, сколько бомб он сбрасывает, там 4 или 8. И в такой вот обстановке мы находились. Як вам Господь допоміг виїхати? От я розумію, що ви віруючі, там збиралися разом, ви були, да, ви сказали, що дві родини. Я впевнений, що ви молилися, мабуть, там кожен день, по багато разів, щоб Господь захищав. Як ви дізналися, от, що треба вам виїжджати? Тому що ми розуміємо, що це просто чудеса. От ми сьогодні читали Псалом 105, розповідаєте про Божі дива, розповідаєте про Божі чудеса. Я розумію, що просто так з Маріуполя було важко вирватися. Яким чином вам Господь допоміг? Ну, действительно, это все произошло только с Божьей помощью, потому что в городе отсутствовала связь, и мы не могли созвониться ни с родственниками, которые находились на неоккупированной территории Украины. Мы не могли посмотреть в интернете, какая обстановка в стране, какая обстановка в городе, где находятся какие-то коридоры, если они есть, или автобусы, или колонны, которые выезжают. Но каждый день с начала боевых действий, когда еще была связь, мы собирались в Телеграме всеми нашими членами церкви и молились, и рассказывали друг другу, кто в каком положении находится. Потом, когда связь эта прервалась, и вот остались только мы вдвоем с нашими друзьями, наши две семьи, мы продолжили эти молитвенные встречи, и каждый день где-то в 7-8 часов вечера мы собирались на молитвенное служение, и нас спасало то, что каждый день мы искали
за что мы сможем Господа сегодня поблагодарить. И мы старались вот в этом страшном аде, в этом хаосе, в котором мы находились среди бомбежек и отсутствия информации, найти все хорошее, что нам давал Господь в этот день. И когда уже очень сильные были бомбежки, и мы боялись, что просто не будет даже дороги, по которой мы сможем выехать. Просто ее могут разбомбить или будет очень много осколков, потому что были такие случаи в тех районах, которые были сильно разрушены, когда машины выезжали и просто резались колеса осколками от снарядов, и люди не могли выехать. Вот. И мы молились о том, чтобы Господь нам все-таки помог. И он сохранил наши автомобили, которые были у нас, у наших семей. Вот. И 16 марта мы все-таки собрались и выехали, помолились и выехали из города. Уже не було заторів, ви змогли проїхати спокійно, вас пропустили на блокпості спокійно. Знаєте, це от був такий от момент Божого вождення, коли не були об'явлені ніякі коридори зелені, але ще не було блокпостів російських на виїзді із міста. Тобто ми виїхали, взагалі була повністю свободна вся вулиця. И только две наши машины, которые ехали с огромной скоростью, потому что мы боялись, что снаряды на нас упадут, настолько это было близко, и при каждом падении снаряда мы приседали, прижимались возле машин, и ну, очень быстро, и только две наши машины ехали по дороге, и мы выехали, и ни одного блокпоста на нашем пути не было. И вот таким вот образом мы беспрепятственно вообще доехали до поселка Мелекино. Чудо. Да, это просто чудо было. Ви знаєте, ви не перший, хто розповідаєте і говорите, коли власне люди виходили з-під окупації, в тому числі під Київщиною чи в інших місцях. Часто віруючі люди просто розповідають, що ось таким чином чудовим, тобто ми як віруючі люди знаємо і віримо, що Бог вів, і дякувати Богу за те, що він вас зберіг, Тетяно. І ось ми знаємо так, що два місяці більше вже пройшло з часу війни, і зараз мало що нагадує той Маріуполь, який ви знали, в якому ви жили, так, який практично повністю знищений. Що допомагає вам зараз, ось у день сьогоднішній, триматися, переживати це і дивитися в майбутнє? І як ви зараз влаштувалися? Скажіть теж, будь ласка. Тобто, от, ще в додачу до запитання Михайла. Давайте тоді спочатку, як ви влаштувалися, так, а потім так. Уже ось... Так, як ви влаштувалися? Я так розумію, що ви не за кордоном, ви залишилися в Україні. Так, да, ми залишилися в Україні. Ну, когда мы выехали, конечно, путь наш не остановился в Мелекино, и вся наша дорога, это тоже было сплошное Божье благословение, то есть на каждом шагу нас ожидали какие-то чудеса. То есть в Мелекино совершенно случайно мы вспомнили, что нашей мамы там сотрудница живет, и она приняла нас на ночь. Мы до нее дозвонились, в Мелекино уже была связь, мы до нее дозвонились, и она приняла вот две наши семьи, нас было 9 человек, она нас на ночь приняла, и мы у нее переночевали, и на следующий день мы уехали в Бердянск. Когда мы ехали в Бердянск, мы ехали через поселок Мангуш, и там уже был ДНРовский блокпост, и мы стояли в очереди для того, чтобы этот блокпост переехать. И, конечно, уже насущной проблемой у нас на тот момент было количество бензина, которое уменьшалось все время, а заправиться было негде. И в один прекрасный момент к нам подошел мужчина, когда мы стояли в очереди, и спросил, не нужны ли нам лекарства. Я говорю, лекарства нам не нужны, но нам нужен бензин. Он говорит, а я могу вам дать 5 литров. Ничего себе. Мы у него спрашиваем, а сколько стоит? Он говорит, нисколько. И он бесплатно нам налил 5 литров бензина.
И этого бензина нам хватило, чтобы доехать до Бердянска, хоть и когда мы приехали в Бердянск, мы тоже очень долго стояли на блокпосте, мы приехали туда около 12 часов дня и только в 7 часов заехали в город. Вот. И бензина все равно нам оставалось очень мало у нас, и машину приходилось толкать, и не только нашу, но и все, кто там стоял в очереди в Бердянске на блокпосте. Но вот эти вот 5 литров, они спасли нас, мы доехали до города и доехали до людей, которые нас тоже приняли в Бердянске на ночевку. Это были тоже члены нашей церкви, адвентистов седьмого дня. Угу. Наши братья и сестры, которые нас приняли там. Вот. И уже в Бердянске, конечно, тоже было очень сложно с бензином. Вот. В течение 5 дней мы искали там бензин, мы его нашли. Вот. И как только мы его нашли, мы сразу выехали из города и выехали на Запорожье. И когда мы выезжали, уже очень много блокпостов было от Бердянска до Запорожья. Мы насчитали 15 блокпостов российских. Сейчас их, конечно, гораздо больше, но тогда их было 15. И когда мы ехали, уже был разрушен мост через Васильевку, и очень многие там стояли, вот долго ждали, как бы их не пропускали, были какие-то активные боевые действия, или просто Россия не пропускала. Но когда мы ехали, мы не ждали никакую колонну, но все время в эту сторону двигались автомобили, и где-то порядка 10 автомобилей всегда ехало вот в эту сторону. И мы уже на Васильевке присоединились к колонне автомобилей, эвакуационных автобусов, и мы там вообще не стояли. Нас никто не задерживал. Слава Богу. Мы все время ехали, мы нигде не стояли, и все время были в пути, все время были в движении. Вот так вот нас вел Господь через все вот эти сложные моменты. И мы приехали в Запорожье, полиция нас зарегистрировала, и в этот же день мы приехали в Днепр. Какое-то время мы находились в Днепре, в центре, который организовал наш духовный центр адвентистов седьмого дня на улице Нарымская, 46. Они о нас заботились, мы там находились, и они нас кормили. И после того, как мы побыли в Днепре, мы решили ехать дальше и переехали в Черкассы. Сейчас мы находимся в городе Черкассы вместе со своей семьей. Это мой муж, моя дочь и моя мама. И наша собака. Слава Богу. Так что дуже вот дякую, тоже наши братья и сестры нам здесь помогают и предоставили нам здесь квартиру во временное пользование, пока мы не найдем постоянное жилье. Угу, слава Богу. У нас уже не так багато часу. От питання Михайла, що він задавав. Що вас мотивує триматися? Ви пережили дуже багато випробувань. Що вас мотивує? Буквально 2-3 речення. Вы знаете, те чудеса, которые мы видели, когда мы выезжали из города, и то, что происходило с нами в самом городе, когда вокруг нас летали осколки, а мы варили еду на костре, и мы чувствовали, как мимо нас осколки пролетают, и то, что Господь нас сохранил, и то, что Он нас вел и ведет до сих пор, это очень сильно нас поддерживает и не дает нашему духу упасть. Аминь. Дякуем вам. Дякуємо. Тетяно, ми хотіли би з вами разом помолитися, подякувати Господу за вас і за всіх українців, хто пережив ось ці жахіття війни, хто кому вдалося врятуватися. Тому, якщо вас побуджує дух, щоб ви помолилися разом з нами, якщо у вас є таке бажання, ми запрошуємо вас помолитися. Звісно, з удовольствием. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что сейчас мы находимся на спокойной территории и не слышим этих звуков. Благодарим Тебя за то, что Ты нас вел таким чудесным образом, и не только нас, наших друзей, и наших родных, и близких, и всех Твоих детей по всему миру. Просим, Господи, благослови тех, кто остался, кто не может выехать по разным причинам из зоны боевых действий. Причины могут быть разные. Ты, пожалуйста, благослови всех особым образом. Благослови также тех людей, которые принимают, тех, кто выехал на территорию
где нет военных действий, потому что это очень сильная поддержка. Это вселяет в надежду в людей, веру в то, что тебе помогут, независимо от того, знает тебя человек или не знает. Это очень сильно ободряет. Прошу благословить тех людей, которые принимают выехавших, предоставляют им еду, одежду, место, где они могут ночевать. Подкрепи, пожалуйста, всех служителей, которые участвуют в этом, всех волонтеров, всех людей, которые задействованы. И просим, Господи, особо, чтобы как можно быстрее закончились военные действия на нашей территории, в нашей стране, чтобы быстрее пришел мир к нам, и чтобы все это осталось страшным сном, и все эти опыты, оставшиеся в нашей памяти, которые мы пережили, которые мы еще переживем, я точно это знаю с тобой, Господи, чтобы мы могли ими делиться уже под мирным небом в нашей стране, в твоей церкви. Все просим во имя Твое. Аминь. 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 Дякуємо вам, Тетяно. Дякуємо, да.